Всех приветствую на канале интернет-магазина GrowMir. В этом видео я расскажу про органический стимулятор Sugar Oil от компании Plagron. Sugar Oil от компании Plagron является мощным биологическим стимулятором на основе аминокислот. Он стимулирует выработку хлорофилла и таким образом формирует смолы и кристаллы. Они обеспечивают лучший вкус и запах, а также увеличивают эффективность. Некоторые аминокислоты имеют тот же эффект засухи в последние недели в фазе цветения. При засухе растения получают впечатление, что они сохнут, что ускоряет их созревание и защищают себя от обезвоживания, создавая больше смолы и кристаллов. Sugar Oil имеет те же преимущества, как при засухе, но без риска, что растение получит мало воды. В зависимости от развития, растения могут быть собраны на неделю раньше. Мы рекомендуем Sugar Oil всегда в сочетании с Green Sensation. Он содержит, в отличие от Sugar Oil, ферменты, а именно фосфор и калий, чтобы плоды были компактными и твердыми. Основное действие состава Sugar Oil направлено на ускорение синтеза хлорофилла, при этом реальной угрозы пересыхания, конечно же, нет. В составе Sugar Oil входят основные аминокислоты – лейцин, валин, триптофан, глицин, лизин, аргинин, глютамин и другие, а также фосфорно-калийный азотный комплекс для обеспечения растений достаточным количеством строительного материала и энергии для экстремально быстрого роста. На данном этапе вы можете видеть основной состав данного продукта. Способ применения. Перед употреблением хорошо взболтайте данный стимулятор. Добавляйте 2 мл Sugar Oil на 1 литр воды. Применяйте один раз в неделю. Применяйте после второй фазы недели роста, вплоть до последней недели фазы цветения. На последней неделе применения следует прекратить. Если фаза роста отсутствует, то следует начать применение немедленно и продолжать до последней недели стадии цветения. На данном этапе вы можете видеть основные характеристики данного продукта. Этот и многие другие продукты вы можете приобрести в магазине GrowMir, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!